Всем привет, с вами Лексан Бумага. И сегодня мы будем играть в Fortnite. Да, я на PlayStation наконец-то обновил этот Fortnite. Да, если что, мой ник, не знаю, как называется, Кузя Геймс, наверное. Я жду, ура, наконец-то. Вот видите, джойстик, я играю. Мне вот так вот играть? Ну, блин, вы упали. Ну, как сказать, упали. Просто вам не видно было весь экран. Я как-то разобрался, как управлять игроком точнее. Ах ты, говнюк, на. На. Я просто играл, ну, я смотрел стримы много. Ах ты, говнюк, верни! 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 Хоп! На, по башке. Супер прыгнул, ребятки. Я, как вы заметили, я новичок. Так. Я полечу на зимнюю локацию, ребятки. Знаете почему? Там машины есть. Ну, здесь тоже есть машины. Только я лечу не туда, куда надо. А скорее... Улечу в реку! А, нет. Можно свободное падение? Просто это долго ждать. Так. Я не знаю еще здесь тактики. Ну, я увидел оружие, а? Но оружие это всегда хорошо. Подобрать. Теперь могу уже сражаться. О, еще дробашек. Такой же, в чем прикол. Не-не-не. Я пол... Ура! Не стать. Зелька защиты. Отобрать. Пьем. Еще раз пьем. Еще раз. Нет. Не могу. Открыть. Оружие. Так. Я закрывать не буду. И оно такое слабенькое. Сейчас мне кажется, я ее сам разрушу. Быстрее, чем мои соперники. Я не знаю, где все остальные. Но, в принципе, важнее, как в PUBG Mobile. В принципе. Ой, мне туда не надо. Так где игроки все? Я не понимаю просто-напросто. Так, мне сюда что-то не надо. Что-то потемнело. Мне так кажется, но для вас скорее... Я понял, куда все идут. Едем. Низкий уровень топлива. Сейчас сядет машина. Выстрел до моста едем. Пока есть бензин. Да! Ух! Здесь есть машина. Так, за руль.
А где все? А, точно. Это же вроде бы Тесла. Тесла, Кибертрак, Кибертрак. Риско... А. Зачем я рисковал? Ура, у меня третий уровень. О, помидор! Просто такая спокойненькая музычка играет. Ладно, туда едем. Они там уже убивают. А я никого не встретил. Нифига, как здесь машина так катится. Ну, а, спасибо, подсказочку. Здесь есть еще оружие. В общем, прикол, я еще никого не нашел. Точнее, хэштег машину ломаем. А фиш, фиш. Машина. Ой, колесо пробилось. Я даже ради прикол потанцую. Вот так вам. Вот так вам. Я могу вам. А теперь вообще без машины. Меня что-то повредили. Так что... Ам-ам-ам-ам-ам. Где? В чем прикол, я реально никого не вижу. Мне показывают туда смотреть, я не понимаю для чего. Рыбка! Я ни разу не встретил ни одного человека. Ни разу, вы понимаете? Что так связано типа со мной, что я типа новичок, чтобы меня не убивали, чтобы я не бомбил. Моя девка и так уже устала. Или нет? Почему нельзя сюда? Я же пытаюсь. Рай залез. Типа надо стрелять в ту точку. Или чё?
Я реально не догоняю. Совершенно не догоняю. О, там кто-то был. Мне все интересно. Что я пойду посмотрю. Они что, все там? Или где? Я одно не понимаю, где они? А можно строить? А я не знал. В смысле? Можно строить? Ох, прикольно! Я не знал, что можно строить. А, блин, а. Не хватает. А, они еще строятся. Опа, ломаем. Нам нужны доски, в принципе. Я теперь понял смысл игры. Ну, еще не понял окончательно, но немножко понял. Хотя бы ачивочка есть, то что я понял, как играть. Мне нужно машины ломать. Зеленый астронский мост. О, машину как раз поломаю. Четко. Здесь был человек. Потому что она покосана. Она же взорвется. Вы понимаете? Я ее ломаю. Ломаю. Если я сейчас взорвусь, это просто будет стыд. Там кто-то пробегал. Я гоню быстро! Я гоню быстро! Не подъедешь близко! Я гоню быстро! Не подъедешь близко! И нас то не услышат и визги! Я гоню быстро! Помогите! Отстань! Нет! Я не хочу умирать! Нет! Я не хочу умирать! Помогите! Увидел наконец-то первого игрока! Он как рыбка плавает. Я, конечно же, не меткий пацан. Но меня пробил. Ну, девятый хотя бы. А, крыс со спины. О, наконец-то мой скин новый. А то уже надоел старым девчатским. Не, я одно не понимаю, почему именно в крысу убивают. Я одно не понимаю. А, они с другом играют. Они так подготовились. Смотрите, смотрите. А что он делает? А я что делаю? Играю. А он что делает? Играет. Ладно. Продолжаем. Последняя карточка и будем прощаться. Подобрать. Мне нужно все подбирать, потому что я новичок. Я новичок. Меня нельзя трогать. Не. Нам нужно... Но я полечу
Туда мне надо дождаться немножко. Они все туда летят, а я туда. Все, можно. Я лечу, я ракета. Блин, я прям на тот метеорит, можно сказать, лечу. Я не знаю, кем меня убьет. Точнее, место какое. Машина. Это хорошо уже. То что. О, я вижу челиков. Это мухи, просто мухи. Полнейшие мухи. Что, по мне стреляют? Помогите, люди милые. Я новичок, нельзя трогать новичков. Да на меня банды сразу. Чё я сразу? Идите, приставайте к другим. Я сразу же умер. Меня бомбит. Пожаловаться на игрока. Да, я просто наугад. Продолжить принять. Принять. Закрыть. Я уже не хочу жаловаться. Если меня так быстро убили, то я еще сыграю. Просто это Fortnite же. Ты просто не можешь остановиться. Потому что крутая игра. И все. Здесь играют профессионалы. А я вообще близко не профессионал. Снимал просто ролики. На меня только один человек подписался за это время, когда я снял 100 миллиардов роликов, можно сказать. Почему у них такие скины? Я просто как будто один такой лох. Мне просто нравится эта музычка. Самый первый. Ой, я тупой. Хотя нет. Алина. Они там с тиммейтами летят, а я одиночка. Я как Эдисон. Нельзя трогать новичков, я новичок. Кстати, копы замигали. Надо кому звонить. Кстати, копы замигали. Я просто, я гоню быстро, не подъедешь близко. Сто, не услышу твои визги. Я гоню быстро. Подъедешь близко. И ну что, не услышу твои визги, я гоню быстро. Я гоню быстро. Не подъедешь близко. И ну что, не услышу твои визги. Это что за палочка? А, типа рыбалка. В чем прикол, я практически споймал. Так, знамение. Где-то.
кого не, пока никого нет, можно сломать тачку. Потихонечку, потихонечку, помаленечку. Добываем, добываем, добываем. Добываем потихоньку. Мы, да. И уходим. Она летала? Так. Так это можно... О, вот это надо сломать. Пожалуй. И... Не. Всё, пока у него там броня. Где он? Ну Ну, 26-й. Ладно, всем удачи и всем покеда, ребятки. Всем удачи, всем пока.